Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю, как по моему вкусу, самые лучшие картофельные драники. Драники по этому рецепту получаются нежными, сочными и очень вкусными. Такие драники можно приготовить как на пост, так и в обычный день. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставьте лайки. Давайте начнем готовить! Для драников нужно покупать картофель с высоким содержанием крахмала. Такой картофель, он светлый внутри и имеет довольно такую вот грубую кожицу. Картофель нужно натереть на самой мелкой вот такой вот зубчатой терке. К натертому картофелю на этой же терке нужно натереть лук. Для того, чтобы лук было удобно натирать на терке и чтобы он не разваливался, я не срезала хвостик. Натертый картофель с луком нужно хорошо перемешать. Полученную массу перекладываю на мелкое сито, для того, чтобы стекла лишняя жидкость. Картофель с луком я снова переложила в миску. Жидкость, которая стекла, ее нужно очень аккуратно слить. Посмотрите, на дне миски осел натуральный картофельный крахмал. Его добавляем к картофелю с луком. И все нужно перемешать. Полученную массу добавляю соль, перец черный молотый и все перемешиваю. Буду жарить драники. На сковороду я налила растительное масло. Масла нужно такое количество, чтобы драник наполовину был в масле. Тогда драники получатся хрустящими и румяными. Масло обязательно должно хорошо разогреться. И теперь на раскаленное масло я выкладываю приблизительно по 1 столовой ложке подготовленной массы и буду обжаривать драники с двух сторон до золотистого цвета. Для того, чтобы драники не получились сырыми, их нужно обжаривать на среднем огне. Драники с одной стороны у меня уже подрумянились, переворачиваю их и точно так же буду обжаривать и с другой стороны. Драники у меня уже подрумянились и с другой стороны. Готовые драники я выкладываю на бумажное полотенце для того, чтобы убрать лишнее масло. И таким вот образом я обжарю все остальные драники. Настоящие идеальные картофельные драники готовы! Драники получаются красивыми, румяными, очень аппетитными. Драники нежные, сочные и очень вкусные. Вот такая получилась красота. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления драников, и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!